А, вон черек бегает. А ну, пойду узнаю у него. Хай, мэн. Блин, как его прибавить? Хай, хай. Can you tell me about this server? What? Can you tell me about this server? Good server or no? What is this server? Good server or no? Ah, yes, yes, it's good server. How long time you play this? 1 week. Угу, это неделю, говорит, играет. Стоп, стоп. Wait, wait, my friend waits me for people. За неделю он мог понять, что к чему. One minute, bro, one minute. I have one last question. What, man? What about raid base in this server? C4, RPG, or no? I don't know, I don't know. Okay. C4? Okay, good luck. C4. Ёптать, убил типа одного. Ух. Ещё он один такой тут. Хороший одетый тип. Да вроде неплохой. Просто с поля ко мне выбежал. Неожиданно. Мне он не писали, или удалить бейс, переставить полностью, или это, через коклинер реестр почистить. Да мне кажется, бейс проще, быстрее. Чей-то дом ограблен. Ганраки, короче, деревянные стойки. И в них, типа, можно это, оружие складывать. Ого, какие-то у него на одного модные бинты в этого типа. Ляли вообще тишина. Зеленогорск. Северо-восток от Зеленогорска. Кстати, можем туда сходить? Вариант. Пойдем? Пойдем, пойдем. Успеем ли? Вряд ли нас сам дроп успеем, но... Может быть, там кто-то будет драться за него. Присоединимся. Посмотрим, как работает это. Дропчик залутаем, если никто не пойдет. Тоже вариант. Кажется, кемпинг будет. Ну, как раньше было, Дейзи в старом. Да, я знаю. Никто не лутал. Просто все приезжали вокруг и ждали, пока кто-то будет лутать. Да. Я просто ходил по кругу, как PUBG, и закрывал зону, блин. На одного наступишь в кустах, на второго идешь по кругу, идешь, закрываешь. Там какой-нибудь хер на велосипеде приезжает, лутает дроп и сваливает. Ну да, именно про Warzone речь. В смысле, так там карта... Как раз таки про карту Warzone? В смысле, блять? Ну что, только что оттуда ушли. Куда пойдем? Ну ё-моё, блин, ну пойдем, тут близко же совсем. Зомби стоят, слушай. Это было дальше, походу. Значит, где-то в полях от нового собора сюда. Да, зомби вот прям в поле стоит. Ну, вообще пофиг. Че, двигаемся в ту сторону? Да-да, пошли.
лежит. Перед передой. Лутает, да? Да. Минус. Один слева, за этим. Он мертвый. Мертвый. Даю контрольное. Нет, дальше. В сторону нового собора. Черный, да, такой? Да. Он мертвый, я же говорю. Окей. Зомби к нам бежит. Я разберусь. Я могу дым прокинуть. Я не помню, как тут дымы. Они сразу нет раскрываются. На, может, возьмешь там сразу парочку прокинешь. А, у меня один. Ну, типа, в руке его раскрой, туда подойдешь и бросишь его. Посматриваюсь в оптику. Передо мной какой-то труп еще лежит. Да, я тоже давал ему контрольный. Оо, майт, а тут так. Хеп! Че, хорошее, типа? Мы это. Словили куш, направь. А, вижу. Здравствуйте. Так. Давай листочек, сейчас сначала этого раздербаним, и я пойду к следующему. Там вообще какая-то, короче, снайпа, по-моему, под... А, это Беовульф. 300-й? Да, вот здесь, 500-й, 50-й, если чё. А, ёптыч. Держа тут. Так. Я тебе, наверное, ХК-шечку возьму. Да, сюда. А я с 24-кой, наверное, буду. Не, надо где-то нам половину этого приныкать. Надо. Надо какую-то эту найти. Ну как сказать, мне освободят? Да вроде не особо. Справа, справа! Где? Вижу. Ага. Умер, нет? Должен быть, да, мертвым. Ты же по нему хорошо попал. Я чекаю еще справа. Не вижу. Прибежал, дядя. Есть, есть. Yeah. А, это зомби. Убил. Ты? Да я добил, да. С повязкой. Тут, кстати, какой-то супрессор еще есть, типа универсальный супрессор. У тебя на хакашке есть? Нет. Нету, да? На, попробуй это поставить. Я пишу, на первом чуваке, которого я лутал, типа, был этот. Была ножок. Да, встал. Все, отлично. Блин, если была, надо посмотреть. Пошел смотреть. На башне. Нет, вроде. Да-да-да, ходит челик, блять, смотрит на нас. Да-да, нас смотрит. Сколько тут метров? 400? Уходим. Уходим отсюда с опена. Так, я... Тут метров 700, наверное, было. 800, на самом деле, по меркам Дейза. Я ширяюсь и побежал. Блин, он уже смотрит сюда. Так, на. Сзади. Сзади выстрелы. Откуда мы пришли? Разве? Да. Слышишь? Из здания стреляет он по нему. Наш сосед, короче, по нему стреляет. А? Он убил его?
Так, вот пошел. О, это поближе. 700 метров. Еще ближе. 400. 400 ровно. Я сначала поставил уже 400, пострелял по нему, не попал. Сосед придет. Сосед вряд ли куда-то выйдет из своего этого. Сейчас ствол торчит. Сейчас лицо покажет. Я попал в окно перед собой. Сейчас. Еще надо. Отлично, ты хочешь его убить? Да нет, мы ничего не сделаем. Был он нам сейчас пройти, короче. Да, у него окна только с первого этажа вот сюда выходят. Нормально, сейчас пойдем. Блять, челик. Два челика от старого. Где мы убивали, бегут в нашу сторону. Кажется, увидели. Да. Минус один. Второй вправо уходит. Вероятно, минус второй, я не уверен. Не вижу. Полоска деревьев. Ближе к старому собору. Там один. Один точно? Второй левее убегал? Второй правее. Здесь эта полоска уходит как бы на север. Вот где-то здесь. Так, чел, ты же не релогнулся? Так не говорим, что ты релогнулся. Короче, крой. Такс. Ремингтон у него 700, и дубинка, как у меня. Так они так и логуются, что у них отсчет не идет. Гвоздей, расчет от много. Дальномер сюда. Ну, все, теперь у меня... А, вот он, ёптать, мертвый. Видишь, не ушел. Ну, такой себе. Ну, все равно посмотри. Рядом что-нибудь. Так, броник зеленый новый. Топор большой. У меня есть еще место. Могу засунуть. Сейчас я уже. Просто смотри по сторонам. Так. Топор сюда. Все, пропал. У меня, кстати, два броника. Где на солнце? Че ты же это гугла? Сейчас тут нарваться надо. Или ты хочешь пройти ботинки посмотреть? Что-то похожее. У нас тип! Где? Вот. Не слышу. Убиваю, нет. Не слышу. У колонки. Убиваю, голый? Нет. Голый? Нет. Убивай. Это не помню, где колонка, правда. Ботинки у него есть? Мне же ботинки надо, спрашиваешь, да, есть, или нет. Есть. Ботинки есть. Убили пацана, который хотел пообщаться, чисто чтобы ботинки не отжать. Я понял. То есть он пообщаться хотел? Ну, что-то там пытался поговорить, но как бы это. А, ну, бля. Хорошо получилось тогда. Давай, поосматривай его. У тебя место есть? Нет. Давай тогда ты осматривайся, а я его полутаю. А Бенелли М2 это что? Дробовик. Это ружьё? Дробовик, да? Нихера у него под АКМ тут с этих... Ты у него сумку посмотри, которая у него там потом лежит.
Не знаю. А он одиночными стреляет? Ну, в смысле, не, я знаю, но в смысле, он долго после одного выстрела перезаряжает? Мне кажется, Бенелли автоматически должен быть. Я смеюсь, что это реализовано, но поэтому... Да я бы мог с ним договориться, я просто не думал, что он хочет общаться именно. А, тут еще Мосинг, да? М5. Давай выкинем куда-нибудь. Что, 120 слотов, так он бегать, наверное, не мог, да, с этой сумкой? Нет. На трубку вам не нужна, да? Думаешь, мог? С этой сейчас, мог. Сейчас я проверю. Я с такой, у меня такая же, только черная за спиной. Вот. А, не, можно, действительно. Короче, красным у нас будет там, где у нас шмот лежит. Сейчас я тут спрячу эти мосинки все. Аня, ну-ка посмотри сюда. Да. Сейчас. И что там? Ты выйди из этой, из елки поваленной. Здорово. У тебя рука опять за километр вытянулась перед тобой, блин. Мэтт, у тебя тоже? Посмотри, не? Да, слушай, у меня тоже вытянулось. На изи таскает. Так, еще одно бревно надо будет тогда. Что там, совсем пока строится? Ну, проверь. Сейчас. Широкую на широкую, ёбаные волки. Что там непонятно? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.